Знак «Шипы» нужен или нет? В преддверии золотого сезона владельцев шиномонтажей этим вопросом задаются многие водители. Летом говорили об отмене указателя. Вроде бы не нужен он. Зачем предупреждать о шипованной резине, если в России на ней ездит абсолютное большинство водителей? В итоге законодатели решили отменить штраф за отсутствие знака, но соответствующее постановление пока не приняли. Так что ответ «да, нужен». В соответствии с техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств водитель в зимние месяцы, это декабрь, январь, февраль, обязан поменять летнюю резину на зимнюю. Однако наказание за незамену отсутствует. То есть водитель сам определяет, когда он поменяет. Естественно, он должен ориентироваться на прогноз погоды и сам определить, когда он заменит резину. Целью установки опознавательного знака является обеспечение безопасности дорожного движения. Водители, которые следуют за транспортным средством, должны знать, установлена ли земля резина, либо она не установлена, для того, чтобы выбрать безопасную дистанцию до данного автомобиля, чтобы не произошло дорожно-транспортное происшествие, чтобы знать, как в тех или иных условиях автомобиль будет себя вести на дороге. Штраф за отсутствие знака, предупреждающего других участников дорожного движения о шипованной резине, сейчас составляет 500 рублей. Есть еще один аргумент за указатель, кроме проблем с ДПС и дорожной безопасности. Были случаи, когда по причине отсутствия знака «Шипы» страховая отказывалась выплачивать пострадавшему без буквы «Ш» на заднем стекле полную компенсацию ущерба в ДТП, ссылаясь на обоюдную вину. Такие истории, к счастью, редкость, но они есть. Если страховая ищет повод отказать в компенсации, она его найдет. Считаю, что, на мой взгляд, во-первых, страховая компания, это если у нее не шипованная резина, если произошло ДТП именно не по этой причине, по другой, да, то это никак не является причинно-следственной связью между происшествием. Тем более, если он потерпевшая сторона, значит, это другая сторона должна была отвечать, да, за свое транспортное средство, в каком оно находится состоянии. То есть я считаю, что вот на нашей, скажем так, в нашей организации, да, то есть таких случаев не было. Но я думаю, что здесь нужно смотреть практику судебную. Еще один довод в пользу треугольника. Без соответствующего знака сейчас невозможно пройти техосмотр. Стоимость знака в автомагазинах не превышает 100 рублей. Чтобы избежать ажиотажа, не лишним будет позаботиться о покупке заранее. Наталья Гутарина, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.